Что, выдвигаемся? Огонь на поражение. Умер. Подниму. Так, выйдем. Подавите их. Я подбегу нашего товарища. Держись. Я мертв. Ты не мертв, ты ранен. Хули мне держаться. Держись, я сказал, бегу тебе. Больба, пиздец. Поднимать. Там, сынок, здесь всегда больно. Больба, северо-зап. Как оружие можно выбрать? Говно какое-то, блин. Стреляет. В смысле говно, блядь? Любое оружие тут охуенное. Нет, у меня говно. Меня не устраивает моя винтовка, она очень слабая. Где мой зарок? Меня убили. Нет, я ранен. Есть, встал. Спасибо. Отходи назад. Хожу. Давай, ползай, ползай. Крамыч молодцом. Подожнём. Уже куча народу покосил. Меня есть, подними. Сейчас. Бежим тебе лесе. Ещё кто-то. Блин, тоже мне плотный огонь. Ресните. Там один ублюдок прям ко мне подходит. Стреляет. Отвлекаю. О, снял. Отвлекаю. Все, не надо. Отползаю. Не надо отползать. Блин. Весь отряд положили, один чувак появился и снял. Бегу, бегу, бегу. Если раньше упал, да? Да, да, да. Кота сначала. Сейчас я его подниму. Какое-то ограничение, так, да, идет? Крою. У тебя там время течет, ты истекаешь кровью. Крою сектор. А огня есть? Нет. Крамыч, держись. Так. Переключить гранаты. А, зажим, подожди секунду, сейчас. Контрол зажимаешь, Г. Зажимаешь. Контрол Г. Короче, осторожно, их там двое. Красава. Или подавление, подавление. Пиздец. Готов. Красавец. Сквозь траву стрелял, вообще ничего не видно. Лестница, блять. Подходим. Классика жанра. Спасибо. Что за него? ПНВ можно, каску взять. Все можно взять. Ладно, короче, я предлагаю на берег выйти. Пойдем. Выход нас координирует. Если зажать альт, то можно осматриваться головой. Продолжая двигаться. Я тупо ползу на холм. Без всяких альтов. Красавчик. О, вижу труп. Так, вижу противника предполагаемого. 56-58 миль. Большая группа. Есть контакт. Прямо рядом с вами стоит чувак. Какой? Еще один справа. О, аккуратнее, с патронами. Короче, красава. Пали, ублюдка. Лечусь. Давай. Люси молодцом. Они там дома откинули. Что-то затеяли. Смотри, сколько их там. Здесь еще освещение. Надо обходить это. Подогнем. По левому краю будут перемещаться. Не вижу их сверху. Они все внизу на пляже. На мостике один стоит. Не буду ползать, блядь, по ландшафту, потому что мне это неинтересно. Ха-ха-ха-ха!
Забавно, что у меня кончились патроны. Пометку. Поставься, от лоза стреляет. Сейчас за градус. Сейчас 5 метров налево. Тёмыч, а где брать патроны? Патроны с собой ты принёс, у тебя сколько ты себе патронов? Трупов бери. Ну, у меня уже такого уже сделал, да. У меня нет, ну как ни странно их. Нет, нормально. Пиздец, под огнём. Меня подбили. Так, поднимусь под него. Я не пойму даже, откуда у вас стреляет. Он где-то за камнями был. Сейчас попробую тебя риснуть. За какими камнями? Уточни. Около пляжа. Управление мне дайте. Бегаешь. Где-то я за тобой был. Тело здесь вижу, вражеское. Андрюха, север. Север. Тебе жизнь была. Ух, с кровищей от тебя тут. Не патронов. Вон тело лежит, сейчас поднимешь всего. Я бойню здесь устрою. Если ты ранен, что ли? Да. Полечу тебя. Без жизнь, бро. Есть аптечка? Да. Лично. Это что такое сейчас? Подорвали газ. Кстати, напомни, пожалуйста. Так, у нас противник сзади. Андрюх, между тобой и нами на горе противник. На пляже опять двое бегут. Как ты там зарисовал? Южнее. Нет противника здесь. Ну хорошо. Я сейчас ползу. Проба. Кто это? Алло! О, Санечек, здорово. Алло, на. Ну шо, вы там хуялись еще? Мы умираем, да, в армии. Кот меня не заденет. Че? На пляже один. Все-таки полнуло, на пляже один. Никакая тварь тут не пройдет. О, Андрюшка, готовы, я слышу. Да. Там техника какая-то, я и видел, говорит. Тёмыч, а если я перезаряжаюсь, то оставшиеся патроны выбрасываются или нет? Нет, я в рюкзак ты их складываешь вместе с этим, с магазином. Атакуют. Держись. Поднимаю тебя. Я под огнём. Убрал говнюка. Нет, не идёт никто. Тут их увидел. Блин, сзади. Ой. Какая у вас там бойня, слушай. Хорошо, что это не пошло. Конечно, да. Ну, рассосись сегодня. Так, минус второй. Сидите, как это самое, как курвы на плющихе. Здоровая! Помощь нужна. Курва на плющихе, это я еще не слышал. Помогите, ребят. Это поля, короче. Упал. Мы все втроем лежим тут. Поляки не говорят, что курв на плющихе, я сразу чу. Я не забыл, как вставать, так бы я, конечно, заточил бы. Ну-ка назад все. Ух, я пройду, я пройду. Так, то есть наши ромбами подсвечиваются, враги никак не подсвечиваются, я правильно понимаю? Да, конечно. Под огнем. Ты
доме противник, кажется, есть. Прошел, прошел, да. Прошел, прошел, прошел. Назад, 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 блядь. Перевязываюсь. А еще аптечки. Пулю полу поймал опять. Они. Так он в тылу уходит, противник, он вас ушьет. Да вижу их. В тылу автоматчик у вас. Он всех офрагает. Где он? Управление, да? Пулевый поймал. Ты про этого автоматчик? Пошел, 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 пошел. Так, надо дрон положить, они нас видят, а их нет. Под огнем на обхожу. Я его фрагнул. Приложись, ты, что гад. Это? Калечный хрен. Снял один дрон. Стилс, накуешь. Второй снял. А как встать вообще? Икс. Икс. Так, вижу, передвижу. Ух ты, ё. Это сука. Да-да, он туда побежал. Мёртв. Сашка, к тебе слева подходит. Полная обойма, последняя. Саша, от тебя с востока. Да, да. Под огнем. Спасибо, блин. А это ты был? А что, не видно, что ли, было? Сошел, посмотрел, как схимачил. Не стреляй. Вижу ублюдка. Ляг, блядь. Чёрт, у них тут прям какое-то гнездо. Лежать. Как горе, по-моему. Ага, скорее. С юга. Жаль, морда в пол. Под огнем. Сзади по мне ползу. Управление дай. О, блядь! Не успел даже компас открыть. Все, я вижу их. Ага, и там двое. Трое. Двоих точно вижу. Сейчас убью их нахуй. Какой огонь. Еще один где-то тут. За стеной убил его. Куда шьют? Шьют пиздец. Вижу. Пойду с тыла. А я нет, не вижу. А, вот там за оградой. Все, я понял. Ох, нихера, нихера еще. С юго-запада еще стрельба. Ага. Причем с тяжелого оружия. Сейчас подниму. Так, юго-запад, да? Смотри, вот. Не чисто. Да, мертвецы. Не вижу никого на это забыть. Ну, ты уже базуку нашел. Было двое. Управление. Управление 44 мм. Да вот, с дома стреляют. О, красава, лисит. Подавил. Право.
чисто. А у нас там вообще вроде задание какая-то дверца 600 метров в другую это сторону. Если мы задачу выполним, будем эвакуироваться сюда. Наверху два трупа. Нам надо захватить точку. Соответственно, перебить всех. На пирсе вроде кто-то есть. Да, под в воде сидят двое на пирсе. Спасибо, красава просто. Спасибо, Андрюха. Снял и меня. А, это ты был? Красавчик. Красавец просто. А нехуй ходить. Поднял? Хорошо, что меня оживил пользователь. Пользователь, да. В смысле, хорошо. Ну-ка, иди сюда. Ты умер, что ли? Да, тут такая куча трупов, что мне вообще непонятно, кто тут, где тут, чьи тут ноги. Просто получил пулю. Чисто. Это листа серии нельзя понять, кто чей папа, где чья мать. Опа, я под огнем. Слава богу. Откуда стреляли? Ну, мы откуда-то с пирса. Ух, там, короче, хороший у тебя пулемет. И мне нравится. Хотя, казалось бы, что может быть лучше снайпер. Ааа, как же у тебя пулемет? Под огнем! Сказал он и умер. Откуда хоть тебя положили, скажи. А, вот на выходе. Там, может, внутри здания кто-то есть. Резуйся. Да подожди ты, мы тебя поднимем. Чё за паника у тебя? Нахуй надо. Давайте я здание... А, кот уже свистел. Куда собрался? Ух ты, это откуда? Это тёмная Амиру. Откуда пролетел? Это тебя дебил, это ты с пулемёта выбил. Возмездие ангелов. Возмездие бухих ангелов. Есть, блядь, есть, блядь, нет, блядь. А, лежать. Направление. Направление куда? Раз. Понятно. Если я резнусь, я тебя убью, нахуй. Ходи, оглядывайся. Противник спереди. Кот. Нет, не кот. Противник прям. Направление 26 миль. Ага, вижу пульки. В смысле трассеры. Слышу машину. Ух, нифига там. Веселье, однако. Противник слева, прям еще сторожа. Машина. И справа. Все под огнем. Там подкрепление еще дальше. Так, сейчас мы ляжем, поставим носочки. Да, конечно. Другой красавчик, как всегда. Это возмездие ангелов. Движение. Идет по дороге. О, ну хорошо, пускай сваливает, мы пройдем. Battlemates the Gambler, you're at the Exfil. Запрещено. Вижу в окне его. Положу. Отлично. Я прям гнал как суку. Кролик, юго-восток.